В Андах живет. Кондор, наверное. Да. Кондор и кондор. Как они правильно? В неволе живут. Ну, они живут-то на воле, это тут их заперли. Андский кондор, он на грани исчезновения. Ну да, может быть, на исчезновение. Вот видишь, с них, слава богу, в Москве прижился. Стой. Так, я сниму вас. Как? Смотри, чтобы собаку нашу не утащили какие-нибудь. Не утащили, откуда? Вверх, ручка, боже. Пойдем. Постой пока. Постой, подожди меня. А то ж не надо, не допекай собак. Тоша, пойдем. Тосика. Антоша. У него остался от зимы еще, видать, не вылинял. Они же линяют. Это овцебык. А, вот как он, это овцебык. Будем знать. Питается травой, как же. Пасется. Свежей травки всем же хочется. Да, смотри, сколько он уже выгрыз этой травки. Ну, ему мало, видишь, не хватает. Свеженькой травы всегда же лучше, чем сена всякого. Ну, его кормят там. Не вылезет. Я покажу. Корсончик, пойдем, дорогой. Лапку кверху поднял. Валяется. Похож на нашу собаку. Так, идем-то не туда, а в другую сторону пойдем, Антош. Туда.